Всем привет, дорогие зрители. У меня съемка прямо с квартиры. Продается трехкомнатная квартира в проекте, который был сдан 3 года тому назад. Квартира находится на 2-м этаже. Здесь в проекте есть у нас лифт. Вот такой лифт. Такая лестничная площадка. Тут продается у нас 3-комнатная просторная квартирка с мебелью и бытовой техникой по очень хорошей цене 59 тысяч 500 евро с мебелью и бытовой техникой. Здесь, значит, у нас такая прихожая. Вот. Голубое освещение. Ремонт не требуется. В этой стороне у нас санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veita Electronic. Она подороже, чем другая модель. Здесь у нас спальня, ламинат в спальнях. Вот уже установлен. Так. Вот такая спальня, не маленькая, как минимум 12 квадратных метров. Сторона тут южная и западная. Эта сторона западная, эта сторона южная. Хозяин сказал не показывать проект. Я вот покажу так балкон. Вот такой балкон. Так. Вот балкон продолжается. Вот такой просторный балкон, не маленький. Он не хотел, чтобы на рынке знали про эту недвижимость, что продается. Так. Повернем камеру. С правой стороны у нас дополнительная спальня. Это была хозяйская спальня. Здесь как минимум 12 квадратных метров. 11-12 между ними. Здесь также есть выход на балкон. Нужно купить кондиционер. Кондиционер новый, если заказать через интернет, стоит где-то 300 евро. 3000 лир, 9000 БТУ. Насчет постпродажки могу помочь в будущем. Так, здесь у нас кухня. Быстренько покажу бытовую технику. Арчелик, холодильник, духовка стеклянная такая, тоже фирма Арчелик, плита Арчелик, вытяжка Арчелик и также посудомойка. Что-то я стиральную машинку не увидел. Сейчас я вам покажу стиральную машинку. Ее спрятали. Вот стиральная машинка, тоже Арчелик А++. Вот такая кухня, совмещенная с гостиной комнатой. Вот. Покажем. И вверх покажем. Дверь открыта, шума никакого нету. Кондиционер фирмы Beko в гостиной есть. Нужно купить в спальне. Так, закрыл дверь. Вот никакого шума. Здесь у нас окна. Есть соседнее здание. Вида такого на горы, на море нету. На соседнее здание. Из-за этого такая вот хорошая цена на новостройке. 3-летний проект. Здесь тоже кондиционера нету. Так что нужно купить 2 кондиционера. Расстояние до моря 430 метров максимум. Район Махмутлар. Самый центр Махмутлара. Так скажем. Все поблизости, вся инфраструктура для жизни. Квартира находится на среднем этаже 7-этажного проекта. Так что подумайте, дорогие зрители. Из инфраструктуры есть тут только бассейн и зона отдыха. Айда тут 100 лир.
Кому, если заинтересовал этот проект, звоните, пишите по номеру, который указан в описании также в ролике. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.